это я. Что ж тут поделаешь с тобой? Люська, Люська, ты меня прости. Вот как и Люська встретились в пути. Вот как и Люська, ты его жена. Я же не знал, Люська, кто она. А вот кому яблочки наливные, свеженькие, молодые. Туда же на ярмарку принесла яблочки, а? Это что? Ничего себе! И тоже с корзинкой идет сюда. Чего делать-то будем, Нюрка? Ну, здравствуй, Василек! И вам не хворать. А ну-ка, Василек, покажи-ка, чего это у тебя там в корзинке? Уже ничего. Вот так вот, учитесь. Вместо того, чтобы драться, лучше бы делом занялись. Ой, Нюрка, и правда. Чего это мы с тобой сорт затеяли? Тем более праздник ведь сегодня какой большой! Какой? Яблочный спас, Нюрка! Ой, ты прости меня, Кузьминич, но ты знаешь, не со зла я это. Вкусные твои яблоки! Нюрка, ну тебя не кислые, медовые! Ну, раз так все прекрасно закончилось, может и концерт пора начинать? А давайте! Ну что ж, тогда встречайте, дорогие гости! Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Артем Куликов и группа «Владимир». Руководитель Елена Татаринова. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Будут.
косой. Чего случилось, Кузьминишна? Чего так кричишь? Чего случилось? Чего случилось? Смотри, вон он, Василек наш, загрустил. Сказку хочу про яблоки. Ой, ну ой. Что ж ты сразу-то не сказал, Василек? Но будут тебе сказки, да про яблоки сказки тоже будут. Куча их у нас, да, Кузьминишна? Ой, будут, будут. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Лопушка там дали, да-да-да, песенку о счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Губы твои алые, брови тугой, веку целовала бы, мой дорогой. Только на свидание не пройди с другой. Ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой. Девица вела кудерышки, да на реке оставила ведерышки. Раз, два, люблю тебя, да на реке оставила ведерышки. Скажи, мила ненаглядная, да почему ж ты ненарядная? Раз, два, люблю тебя, да почему ж ты ненарядная? Спасибо тебе, Илья, что землю русскую от злодея избавил. Оставайся в моей дружине. Ваши аплодисменты, Александр. Завтра утром в садик я пойду. Парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться, слов я не найду. В кругу друзей и обязательно в хорошем настроении. Ну а нам пора прощаться. Будет краткой наша речь. Говорим вам до свидания! До счастливых новых встреч! Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам пишу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Нас не разлучат, нет.
26-27 августа мы ждем вас всех на дне открытых дверей в Доме культуры «Энергетик». Милости просим. Спасибо, что сегодня вы.